Строительство дома на Димитрово началось 7 лет назад, причем без разрешительной документации. Построили две секции, работы прекратились. Свое жилье по-прежнему ждут порядка 200 человек. В 2008-м группа дольщиков объединилась для защиты своих прав, создала некоммерческое партнерство. Его представители обратились к городским властям с просьбой оказать помощь в достройке объектов. Администрация взяла вопрос на контроль. Сейчас на объекте работает другая компания. Строят еще три новые секции. Чтобы продолжить строительство двух старых, нужно готовить дополнительную документацию. Прежний проект устарел. Боятся брать ответственность по реконструкции этой секции, потому что там есть особенности конструктива именно панельных зданий, а панели эти фактически изготовить или купить где-то нельзя. То есть его либо снести, построить по новой, либо достроить. А достроить там технические проблемы возникают. Новый проект предстоит в ближайшее время. Также инициативная группа дольщиков обратилась с просьбой о помощи в оформлении земельного участка. Ранее один из дольщиков взял на себя аренду земельного участка и передал некоммерческому партнерству в субаренду. Это вызывает сложности при возобновлении строительства. Если существует механизм, по которому некоммерческое партнерство может стать прямым арендатором, да, чтобы не зависеть от физического лица, там, от его настроения, чаяния, мнений, желаний и так далее, было бы великолепно. Также инициативная группа обратилась к городским властям с просьбой ускорить получение градостроительного плана земельного участка и продлить разрешение на строительство. Глава администрации Самары Олег Фурсов поручил департаменту строительства оказать содействие дольщикам в получении необходимой документации. То есть динамика, да, то есть очень конструктивно решается вопрос. Хотелось бы, чтобы побыстрее. Здесь я призываю своих коллег, значит, в первоочередном порядке вопросы такого характера рассматривать и ускорять максимально. Если все необходимые документы удастся получить в сжатые сроки, полностью завершить строительство на Димитрово застройщики обещают в третьем квартале 2016 года. Айгуль Зиганшина, Ларис Шалафаст, Алексей Золотенков. События.